Привет, привет. Тамара Францевич, Солнечная Анталия. Пока буду снимать примерно так. Наташа попросила что-нибудь тепленькое вот для нас обоих, чтобы согреться. Видите, красиво, море такое красивое. Видно из окна. Это, кстати, жилье, которое я снимаю. Как бы в Анталии вот снять жилье, если ты, конечно, живешь здесь, ну как живешь? В декабре снимаешь, в ноябре. Это стоит $285. Вот такой вот у меня вид. Там еще бассейн, через дорогу перешли, и, в общем, мы падаем в море, что я, собственно говоря, и делаю почти постоянно. Ну, вот такое сито, оно как бы скромное, в общем, очень скромное. Стоянка на другой стороне. Живут здесь в основном турки из Стамбула. Это их такие вот дачки. Так, а вот теперь самое главное. Наташа. Тепленько. Вот, ребята, это у нас... А я покажу. Тенюшечка. Я на балкончике. Тенюшечки. 37. В общем, а то, что на солнце, я не хочу даже транслировать. Физически выйти практически невозможно. Живем с кондиционером. Ну, зато купаться можно, вот, начиная с 8-9, в 6 утра. Вот я тут все хожу купаться сейчас. Все, люблю вас, пока-пока. Привет, привет, снимаю вас солнечная Анталия. Вода сегодня около, наверное, 25-27 градусов. Вообще просто тепленько, что что-то уже горячее. Вот так вот. Сейчас 12 часов дня. Сегодня у нас 7 или 8. В общем, занимаемся. Так проходит утром. Вот спа по Анталии.